Доброе время суток, дорогие друзья. И не другие, также, ну куда деваться, также и шантажисты. Будем повторяться постоянно, пока перестанут письма слать. Так, вот смотрите, сегодня будет такой небольшой, как бы, урок, не урок. И знание, не база знаний и незнаний, что-то типа такое. Есть у нас Mozilla там и всякие там, ну, браузеры вот эти вот, они как-то хочет постоянно, как тараканы к вам эти, подкрадиться там, подкраться там, ну, что-то такое, чтобы вас воровать какую-то, что-то интересное. Как-то вам еще, наверное, год назад показывал, как с браузера можно у вас ключи украсть, карточку, ну, и карточку там, номера там, все остальное. Короче, это делается легко, как полагается. Это у меня даже видео, по-моему, даже есть. Не помню, стер или не стер. Но смотрите, по-моему, с ближнего зарубежья, меня, по-моему, с Украины как-то задавали вопрос, почему у нас блокируют сайты. Я еще спрашивал, где вы живете, они говорят, на Украине. Потом в Беларуси тоже как-то писали, здесь и писали, потом в Фейсбуке писали то же самое. И в основном мне пишут на форуме в Mail.ru. Вот. Ну, я как-то потолковал, посидел. Ну, ладно, Тором я уже давно занимался. В принципе, я Firefox постоянно сижу, потому что мне больше нравится. Он как-то пошустрее и понаглее просто-напросто ведет. Не то, что Яндекс. Ну, Яндекс, ну что, это одно и то же, что Google Chrome. Он на базе Google Chrome. Ну, как-то вот на днях прочитал, что якобы он уже придумали, сделали свой, как бы, браузер, и как бы все, они отталкиваются от этого, от движка хромовского. Ну, дай бог, если сделают это, дай бог, это хорошо, конечно. Наши, это понятно. Касперский наш, потом этот наш, уже что-то продвигается. Потом у нас начинается уже наша не десятка, типа, будет. Ну, что-то Linux что-то будет. Ну, тоже бы от Linux отпрыгнули бы как-нибудь. Ну, зачем это все? А наши, не наши, это америкосовская ерундовина. Так, смотрите дальше. Ладно, поехали. Вот, открываем. Ну вот, по-моему, все так сталкивались. Вот. Я вот как-то скачал кино, хотел посмотреть, но раз. И как бы, ну нет, никак не получается. Меня не дают кино посмотреть. Все. Не хочет, не дает мне ничего. Ну, можно это сделать совсем. Обойти. Ну, для взрослых тоже мультикино можно посмотреть, конечно. Где заблокировано. Открываем Tor браузер. Смотрим. Ну, в принципе, как бы превратно это. Без всяких консолей, что якобы он гарантирует безопасность. И, ну, голенький, у меня там в нем ничего нету. Вот, больше спрашиваю, давай почистим разочек еще. Ну вот, чистенький, голенький стал. Вставляем. Ну, вот тут выбираем, что у нас в Google Chrome. Да, мы давайте ото всех возьмем. Ну вот, пожалуйста. Я не Copperfield, конечно, но это вот с ближнего зарубежья. Пожалуйста, люди, смотрите, если как это можно все сделать. Кино, например, посмотреть. Вот. Кино, сериалы, там все остальное. Пожалуйста, дорогие друзья, дорогие подписчики. Конечно, в этом кто-то мало знал, но все равно. Здесь можно, кстати, еще что-то, какие-то фильмы довольно неплохие посмотреть. Ну все, всем спасибо, до свидания. Ну, было приятно, конечно, делайте лайки. Ну, лайки, они, конечно, я говорю, что они не нужны. Но мне, ну, подписка и всякие комментарии побольше, чтобы я маленько развивался, чтобы мне пошустрее было. Работать. Потому что лето закончилось, надо побольше видео делать, побольше учения, побольше люди, чтобы знали об этом. Ну и задавайте какие-то по программам вопросы,
по графике, там, например, по видео, ну и всего-всего-всего, как забрать или собрать, как установить, где-то как-то вирус убрать, ну еще все, что связано с гибернетикой, вопросы задавайте, я постараюсь ответить. Еще раз говорю, я с интернета очень-очень мало беру, я беру со своей чисто практики только. Это да. Ну, всем до свидания еще раз. Подписывайтесь на YouTube, заходите ко мне в гости. У меня там очень много видео, очень много программ. До свидания. И все бесплатно. Еще раз до свидания.